Граждане, я понимаю ваше негодование. Обстановка в стране довольно накаленная. Не надо у меня злобного диктатора. Надеюсь, вы сможете меня понять и встать на мое место. Да, я согласен, порой приходится действовать жесткой рукой. Но это для вашего же блага и для сохранения нашего экономического положения. Просто выполняйте свой координаты. Долг, и все у нас будет замечательно в ближайшее время. Спасибо за понимание. Всегда ори с толпой. Только так ты можешь быть в безопасности. Ха, интересная цитатка. Владян, да ты брось чушь эту читать. Слушай, у меня тут такая идейка. Короче, тебя как на работу отправят, ты сам же знаешь, тебе выдадут фонарик. Хрен знает, зачем его выдают. Но попробуй из этого фонарика вытащить одну батарейку и пронести незаметно. А я из этой батарейки сделаю зажигалку. Ха. Потом посидим, покурим. А то уже 100 лет не курил. Ха. Ну чё скажешь? Эх, Гаврюха, Гаврюха. Деловой ты, деловой. А потом чё, меня из-за этой зажигалки к сроку прибавят? А оно мне надо, Гаврюх. Не, давай что-нибудь другое придумай. Эх, понятно все. Кто из вас код 48? Ну это я. На выход. Ну все, Владян, удачи тебе. А ты, это, подумай, если что, над моим предложением. Подходи близко. Будет в натуре. Я заебался уже ждать. Эй, ты! Хватит ныть. Заткни ебало. Не мешай спать. Да нехер дрыхнуть, дедуля. Солнце уже высоко. Заключенные, соблюдайте тишину. Или же вы оба немедленно... Заключенные, это тебя надо выпустить. Так, сейчас разберусь. Подожди. Так, это сюда, это туда. А, черт, сломалась дверь. Так, заключенный, но я думаю, ты пролезешь. Заключенный, отойди. Thank you.
подходи близко. Ученый, держи дистанцию. Заключенный, под номером 4-8, пройдите в пятый сектор. Не забудьте взять нужные предметы. Все необходимое заберите на столе для выдачи. Итак, у вас код 4-8. Сейчас подождите. Ага. Вас зовут Владислав. Понятно. Вам выдали только фонарик и дозиметр? Ну хорошо, проходите в дверь, сейчас открою. Прежде чем пройти, я должен вас проверить на наличие оружия и прочих незаконных предметов. Подождите. Вы полностью чисты, у вас ничего нету.
кроме фонарика и дозиметра, соответственно. Можете проходить. Направляйтесь в лифт, спускайтесь вниз, вас там ждут. Профессор, а вы играли в игру Half-Life? Ну да, было дело. Что-то мне страшно, профессор. А вдруг, как в той игре, все пойдет не так? Ха, но мы же не такие дебилы. У нас все под контролем. Хм, ну хорошо, профессор. Спасибо, что меня успокоили. Весь персонал, начинаем подготовку к тестированию. Всем приготовиться. Заключенный под номером 4-8. Спускайтесь вниз и ждите дальнейших указаний.
Блядь! Это что за хуйня?
Очень тесный контакт. Сотрудник, срочно произведите проверку идентификации. Thank you.
Кажется, тут нужен аккумулятор.